Добро пожаловать на наш канал. Спасибо, что вы с нами. Уважаемые слушатели и зрители, рекомендуем вам подписаться на наш канал в Яндексе. Ссылка в описании. Мы продолжаем читать духовные наставления святых отцов и служителей церкви. Преподобный Нил Мироточивый, Афонский. Сребролюбие есть предтеча Антихриста. Все то, что домостроительно и промыслительно подготовляло и подготовляет людей к вере и следованию за Господом, есть, была и будет истина. Наоборот, все, что подготавливает людей к отвержению закона Божия и Спасителя их, есть ложь, и эта ложь домостроительно подготавливает пришествие Антихриста и принятие его родом человеческим. О преподобнейшие отцы! Удаление спасения будет таково. Во-первых, за малое время вперед потрясется монастырь, в котором жительствует лик царицы спасения, речь об Иверской иконе Божией Матери на Святой горе Афон. Значит, бесчувственная земля вас чувствует, что имеет обнищать от хранителя своего, которая хранит ее до сего дня. После трясения будут очень трястись все деревья насажденные и будут наклонять всех насажденных. Говорим «всех укорененных» ради царицы в плен, то есть будет мученическое истребление православных монахов на Святой горе. Афон будет биться страшным шумом, будет исходить тонкий глаз, когда будет уходить лик Госпожи нашей Богородицы, то будет знамение страшное и трепетное. Знамение будет такое. Все церкви будут наклонены ради удаления спасения, как провод спасению и поклон. А ради этого говорю вам, не чувствие будет ощущать, а чувство будет помрачено и не будет сознавать, что удаляется спасение. Итак, говорю вам, преподобнейшие отцы, до тех пор, пока находится лик Госпожи нашей Богородицы внутри горы сей, да не подвигнется никто уходить из горы сей честной. Как только подвигнется уйти из горы сей честной, тот час имеет найти на него наказание душевное и телесное, попущение. Когда же увидят, что удалилась икона Всесвятой с горы сей честной, тогда уходите и вы. Куда угодно, только монашеский обет жизни сохраните целым и чистым. Какое сделается тогда хищение, характеристика людей перед концом мира? Какое мужестрастие, прелюбодейство, кровосмешение, распутство будет тогда? До какого упадка снизойдут тогда люди, до какого растления блудом? Тогда будет смущение великим любопрением, пристрастием к спорам. Будут непрестанно препираться и не обрящут ни начала, ни конца. А потом соберется восьмой собор, чтобы разобрать спор. И явит Господь благим и злое злым. Будут отлучены, отделены доброе от злых, то есть правоверующие от еретиков. И на некоторое малое время мирствовать будут люди, но потом снова превратят расположение благое свое, обратятся ко злу, злою погибелью погибающих. Да так, что не будут познавать, что есть брат, и что сестра, и что отец с матерью, и что мать с сыном ее, не будут признавать и брачного венца, будут иметь только одну погибель, одно падение в погибель, как Содом и Гоморра, то есть и пяти праведников не найдется, и будет брат иметь сестру, как жену, мать иметь сына, как мужа, будет умерщвлять сына отца и прелюбодействовать с матерью, и иные тьмы зол войдут в обычай. Поскольку же станут к людям прививаться злые дела, постольку будут находить на них бедствия. А люди же, чем больше будут на них находить бедствия, тем больше будут возделывать зла. И вместо того, чтобы каяться, они будут озлобляться на Бога.
Злодеяния же, которые будут творить люди, превзойдут злодеяния современных по топу людей. У всех будет разговор только о зле. Намерения только злые, соизволение только злое, сотоварищество только на зло. Деяния у всех только злые, всеобщее злое хищение, всеобщее зло притеснение, всеобщее злое обособление, всеобщее злое разъединение. При всем этом будут думать, что и делатель зла спасается, поскольку будет умножаться корыстолюбие, постольку будут и умножаться бедствия в мире. Как предтеча проповедовал крещение истинную и этим обращал людей на спасение, так наоборот, многозаботливость будет помрачать чувство человека, чтобы сделать человека нечувственным ко спасению своему, чтобы он от множества плотских забот не мог ощущать спасение. Люди не будут ощущать ни желания вечной будущей жизни, ни страха вечного осуждения. Ей прибудет спасение и не отымется от мира возможность спастись, и спасающиеся прибудут до конца мира. Ей и тогда будет спасение, но для кого оно будет? Для тех, которые не будут покоряться делам антитипа, предтечи антихристова. От нечистой блудной родится антихрист, все деви совокупятся распутство, она будет сокровищница прелюбодейства. Всякое зло мира, всякая нечистота, всякое беззаконие воплотится в ней. Зачатом ей от тайного блуда совокупятся воедино в чреве нечистоты и с обнищанием мира оживотворятся. Зачнется от тайного противоестественного блуда плод, который будет вместилищем всякого зла. Сей плод родится на свет тогда, когда обнищает мир добродетелями. Но что за обнищание такое постигнет мир? Во-первых, обнищает мир любовью, единодушием и целомудрием. А во-вторых, обнищает каждое селение и град от подвластности своей. Главенствующие лица удалятся от града, села и округа. Так что не окажется никакого главенствующего лица ни в ограде, ни в селении в округе. Как только грешник обратится к покаянию, сейчас же оказывается близ Царства Небесному. Посему и говорит в проповеди предтеча: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Или говорится, в пустыне вопиет предтеча Христов: «Уготовьте пути и стези Бога нашего» и так далее. Что значит «уготовьте путь»? Это значит, когда царь захочет пойти в какое малое и низшее село, то посылает вперед чиновных своих, чтобы уготовали путь. В духовной жизни это значит, чтобы покаялись, обратились, очистились, исповедовались и просветились. А если место плохое, то можно ли вести царя в него? Ради того и послал он сановника своего, а именно предтечу, дабы уготовал он путь Господень. Есть ли какая польза от этого осуждения других, что так между вами сейчас оно распространено? Страсть осуждения есть чрезвычайная проказа для человека, от которой он в большей степени страдает, чем от других своих прегрешений. По учению преподобного Нила, человек, если он осуждает, не может спастись никоим образом, так как в чем бы ни осудил он другого, все на его голову возвращается. По гордости своей мнит он о себе, что он чистый сосуд, и потому якобы имеет право осуждать ближнего. Не представляет же себе несчастный человек, что он сам нечист в том, за что осуждает. Поэтому наставляет старец: не осуждающий один другого, не повинны пред Богом, как говорится: не судите, да не судимы будете. По книге «Святой Нил Мироточивый» и его пророчество о последних судьбах нашего мира. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале.